Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр и Бусинка. Всем привет. Мы продолжаем гамуськать вов. Что ж, пойдем дальше, Бусь. Так, что у нас тут есть? Нам нужно кому-то отнести этот сосуд. Лунному гневу в Даларан. О, господи, то, что я думаю. Ой. Так, ладно. Я в киську. Я побежал. Эй! Ой, я туда забежала. Поспешишь, людей насмешаешь. Мася, блин! Что? Даже здесь умудряешься меня обижать. Нормально, ничего тебе не обижать. Я вам зацарапал оленя. Пойдем продадим мусор. Здесь вот барыги слева находятся. Сейчас мы им продадим все ненужное. А если что-то лишнее продам? Там у тебя на первых порах ничего лишнего нет. Блин, я затупила. Ну, он здесь торговец луками, вот ему можно продать. Кстати, смотри, некоторые вещи подмечены там стрелочками такими желтенькими. Да все можешь продавать. Квестовые вещи вот сосуд ты все равно не продашь, которые частично наполнены. А как правой продать? Кнопкой мыши. На вещах, да? Репутация. Береги себя. А посох это старый у меня посох, да? Да, да, старый учебный. Текс. Чё там еще что-то? Ой, тут еще солнечный гнев был. А, нормально, это он и есть. Косяк, туплю. Окей. Что ж, нам нужно найти, отнести частично на полный сосуд к Ореосу, Лунному Гневу, Даларан. Это Тернистая Долина. По-моему, если выйти отсюда, то там как раз-таки есть Даларан. Так, здесь быстрого перемещения нет, так что давай в образе кошки. Нам придется очень долго и нудно бежать. Очень долго и нудно вот сюда. К сожалению. Текс. Ничего не поделать. Представляешь? Нам придется бегать. Как теперь жить? Чувак стоит, скучает. Так. Здорово. Пока все тихо. Огромные, да, такие деревья? Угу. Смачные, я бы даже сказал. Пичка. Это сова. Это совка. 5 уровня. Нам потом на них квесты будут давать, не переживай. Пока что все время по дороге бежим. Тут сложно ошибиться. Все время по главной. Здесь вот развилка будет, но нам по главной. То бишь прямо. А Мишка быстро бегает? Не. Ай, он такой неуклюжий. Да. Ну ладно, чё ты прям убежала? А ты это, у тебя четверка откатилась, юзай. О, там поселение вот здесь, нам надо побеситься маленько, квест поделать. А на медведе работает четверка? Нет, у него нет такого навыка. А у него вообще никаких пока навыков. Никаких, если конкретно ему не взять. Прощай. Смотри, нужно взять у нее квест, да, а потом закрой его и другой возьми. Маленько заглючено, забаговано. Не может полноценно давать нормальный квест. Так, на кого-то типа взял. Пусть. Короче, закрывай их на крестик, потом тебя. Другой берешь и все, и так же аналогично закрываешь. Небольшие косяки. Так, смотри, учительница первой помощи. Вот это можно выучить. Приветствую. У него. Вот у этого типа навык. Полезный я навык. Польщена. Ой, он денег хочет много. У меня столько... Как бы жалко. Мне очень жалько столько денег ему отдавать. А что происходит? Да это первые помощи, обучение. Там бинты всякие себе делать. Они потом помогают восстановить здоровье. Да ну, значит, потом.
Как-нибудь, нибудь как. Ладно, пошли дальше собирать квест. Блин, медведь вообще мега толстый. Вот здесь там еще три квесты есть у тех ребят. Квест, квест. Вишнала. Прощай. Чем могу помочь? Прощай. Так, взяла у них? Квест, квест. Так, один, да, да, здесь был? Ну, почему один? А, ну да, вот у этой бабы. Еще вот здесь надо взять, смотри, вот там чуть дальше. Это честь для меня. Что говоришь? О, фига он, учитель профессии, любую профессию может, а прикинь, со скидкой взять. До новых встреч. Ладно, потом к нему вернемся. Смотри, тут еще вот есть, вот сейчас вот чувак там, у одного квест возьмем, другой нам даст новый. Вон, видишь, впереди. Учитель кулинарии. Приветствую. Храните принять, а и вот здесь в домике, по-моему, а нет, не в домике, вон там. Вот сюда вот смотри, вон там, около этой хрени, лунного колодца. Стоит, смотри, скучает. Ну, тебе. Поговори с ним, продолжить, завершить, и новый квест даст. Прощай. Да, все. Так, смотри, у нас куча с тобой квестов. Добрая кучка, да, могучая кучка. Че, пойдем сначала боковые выполним туда вон, по прямой. А потом уже дальше сюда, на выход. Так, совы пока не нужны, пока их игнорим. Им пока повезло. Семян, так, нефритом фиал. Здесь вот этого паучка надо это проигнорить, желательно. Он нам не нужен. Пока что не нужен. Ночной саблезуб. С редкой земли. Смотри. По-моему, вот эту штучку нужно заполнить. Фиал. Да. Называется... У меня этот квест первый. Фиал там такой. Зелененький. Называется отрицание аспектов квест. В заданиях нашла? Отрицание чего? Аспектов. Там такой зеленый пузырек у него будет. Не знаю. Напомнила? Я... Да. Тогда как второй вариант, открой Б, и там будет этот фиал, такая зеленая склянка. Будет называться на нефритовый фиал. Правой кнопкой на нем тогда. Если в заданиях не нажать, не можешь нажать, тогда нажимай в инвентаре. Все, наполнился. Отлично, пошли дальше. Тут рядом есть здание сдать. Сюда вот прыгай, где я. Так, пойдем. Нам нужно горстку пепла отнести. О, слушай, тут... Стой, 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 там бяки. В кошке долго бить. Это надо задействовать тогда навыки кошки, чтобы не бить. Иначе вообще жопа. Так, они нам пока что, в принципе, не нужны. Какие-то нужны, но... Клевый фуборг нам нужен. Не медведь, а фуборг. Клевые сосны. Так. Смотри, там на втором этаже надо с кем-то перетереть. Нам ребята мешают зайти. Давай с ними разберемся. Цель. Отлично. Впереди. Странно, что его напарник не сразу пошел к нам. Цели. На втором этаже? Да. С кем ты бьешься? Ой, их тут мощно. Держись. Подхилься на четверку. Угу.
Смотри. Надо забрать у него вещи. Задание порчи кривой сосны. Я что-то не могу его взять. Попробуй еще раз. Закрой еще раз возьми. Все, отлично, вижу. Вылопнулась. И он там даст задание. Взяла? Да. Здорово. Теперь вниз потихонечку. Тем же макаром, как и пришли. Нам нужно этих фуборгов найти. Сюда. Это босик. Вот этот? Ну, пока нам не нужен. Ой, зря ты убьешь. Сначала нужно выбрать цель. Че, он мешки мне дал? О, прикинь, мне кучу мешков надавал. Круто. Вот понятно. Не нужен, он мне не нужен. У меня теперь хоть где-то есть куда складывать хлам. Так, нам сюда вот, поближе. Щеми сюда, чтоб они не огрелись. Так. Это войны. Где-то здесь что-то нам надо. Сейчас я посмотрю, что. Так, изумрудный ловец снов нам здесь не нужен. На цель. Изумрудный ловец снов. Представляешь? А вот, смотри, здесь что-то обшмонать надо, вот здесь он находится. Возьми его. Чё? Пропал, да? Сейчас да. Должен появиться, погоди. Сейчас должен появиться. Так. Тебе не дали, да? Подожди его, сейчас он появится. Надеюсь. Сейчас с картой сверюсь. Так, фуборги, походу, в другом месте находятся. Кровавые сосны. Я пока ребят попинаю. Как появится, свистнешь. Хочешь, тоже можешь пока попинать. В принципе, все быстрее, чем ждать. Лага был замучен. Чё там, не заспавнился он еще, нет? Сейчас посмотрю. Нет. Ах, он бека. А как это задание наше называется? Может, мне его тоже зачли? Изумрудный ловец снов. Я не думаю, скорее всего, там каждый должен взять. Блин, будет херово, если у него откат уже 10 минут. Как того быть несчастного, помнишь, ждали? Сначала нужно выбрать цель. Так. Пока ребят попинаем, чё. Подкачаемся. Ну, я пинаю. То просто так стоять ждать, это, конечно, жестко. И кто-то шепчет пустоту, прикинь. Шепчет, и тишина такая, пустота. Лара Крофт. Не Крофт, а Крофт. Супер, гениально. Лара Крофт. Это по принципу, как слышу, так и пишу. Лара Крофт. Шишка дымится. Жаль, здесь другого канала нет, и нельзя перейти на другой канал. Но официально можно так перемещаться между там два канала. Но в другом канале бывает, что... О, эти заспаунились, пойдем. Скорее всего, это, наверное, появилось. Себяки есть, мне кажется, наверное, эти есть. Экс. Думаешь, это появилось? Не знаю, мобы появились. Да, он появился, комод, иди. Быстрее, быстрее, сейчас пока ты... никто не пришел. А то... Ну я бегу. Давай, бери туда, запрыгивай. Забирай его.
Пока никто другой не утащил. Мне нужна цель. Бил Боську. Вы сиди, забери с него сумки. Какого? Вот с этого вот здесь лежит. Ну блин, вот здесь вот лежит. Я стою. Найди, блин, теперь. Вот я думал, все не так просто. Вот у меня прыгаю. Слева тебя сзади. Сзади теперь. По дороге, короче, иди по дороге, не ошибешься. Нет, по дороге. Где дорога? К тебе гопники пристали. Ай. Беги сюда, я с ними разберусь, а ты иди забери, пока он не исчез. Вещи с него. Забирай. Там сумочки две. И сразу их одевай. Чтобы побольше сумок было. Взяла? Да, точно? Взяла. А то у меня какие-то сумки тоже попались. Уверена, что взяла? Да. И все одела их? Нет. Одевай. Да не знаю, что тут делать. Ну как? Она вышла на сумку, правой кнопкой, хоп, она тебе помещается в инвентарь внизу. Твоя! Ладно, пошли сдавать. Побежали так быстрее, кошки. Прыгай в киську. Погнали. Так. Смотри, можем сначала сдать, а потом чуть выше подняться над деревней и там этих других типов убить. Как ты думаешь? Может, сейчас если сдадим, вдруг мы поднимемся в уровне, круто же будет. Угу. Ну, как хочешь. Пойдем сначала сдадим так вот по прямой вот на те избушки непонятные, кривые. Чтоб попроще было. Показалось, там кто-то летал. Вот. Чек. Вот смотри, там вопросики, вот видишь, да, появляются уже. Можно поздавать их все. Первый там, я, наверное, сдам около вот этого фонтана. Там три квеста мы сделали, вот можно их сдать. Текст. Вуаля. Продолжить, завершить. Он еще один мне дает квест. Я уже. Сдала? Да. Теперь пойдем наверх. Сюда вот. Приветствую. Так, порча. Я ему сдал, он дал квест. До свидания. Я 12 уже получил, ты тоже отлично. Ура! Смотри, как я прыгаю отчасти. Так, Пойдем дальше, там еще пару ребят можно что-нибудь сдать. Парочки другой. Я слушаю. Памятный дар, с ним поговори. Там Дарнас. Иди принять. С миром. Квест у него. Все, взяла новый квест, называется Дарнас. Все, пойдем здесь, вот наверху там типок. С ним можно перетереть пару вопросов. Я польщен. Так. Дельнадрес. Квест называется «Изумрудный ловец снов, низкий уровень». Все, потом смотри, у него квест на... Ой, на того типа, которого мы убили с тобой и так. Прощай. Ну, возьми на всякий случай. Лишним не будет. Взяла? Агро. Так. Зашибись. В обратку нужно пойти перебить, а потом сюда вернуться. Ну ладно, пойдем. Так. По дороге сейчас туда скачем. Потом в обратку вернемся и начнем месить. Чё там, скоряшка в откате, да? У меня примерно где-то еще четверть осталось до отката, у тебя тоже? Да. Ты чуть раньше меня заюзал, так что у тебя должна чуть быстрее откатиться. Блин, красиво, да, вот эти HD текстуры, которые обновлены из
пришли вместе с Дренором. Вообще красиво играть. Красота, да и только. Мне, кстати, чуть-чуть до левела по две палки осталось. Тебе тоже? Да. Шикарно, мы с тобой прям нога в ногу идем. Так, впереди там какой-то чел бегает. 8 уровня. Тоже друид. Так, он ночных саблезубовых зачем-то бьет. Ну ладно, пусть бьет. Хочет бить, пусть бьет, да? Нам нужны вон те корякушки. Нам, в общем, те ребята нужны такие, понятные, которые неприятные наружности. Да. Так, мистики. Прикинь, нам преимущественно, конечно, мистики нужны. Которые только коричневые. Ну, коричневые, да? Только вот, которых имя мистик. Которые магии бросаются. Готово. Еще один остался. Это воин. Вон мистик. Еще какая-то фигня нам нужна здесь большая. Такс. Готово. Сейчас пойдем заберем эту фигню, ребят. Мне кажется, он того, если убьем он большого дядьку, наверняка это у него есть. Я уверен. Где ты? Да, я тут похожу. Вот у него забери, вот с трупа, я не знаю, тебе зачли, нет? По-моему, зачли, да. Забери с него. У меня с него ничего нету. Мне написано, что вроде как есть. Точно нету? А квест тебе зачли, пропали здесь задания? Какое? Ну, я не помню, как оно называлось. Сейчас посмотрю, какое это было задание. По чату. Ой, я не найду, не знаю. Какой-то. Ну, не знаю. Должно были, по идее, тебя зачти. Вообще, у тебя квесты здесь горят какие? Эти ребята тебе еще нужны? Мне написано, что вроде как все. Очень много. Тут квестов, я не знаю, какой именно. Так. Сейчас посмотрю. Он называется Пожиратель снов. Пожиратель снов? Да. Мне кажется, он тебя выполнил. Пойдем посмотрим. Я не вижу такого. Есть в списке. Он называется, у тебя называется Фероситас, Пожиратель снов. Самый верхний должен быть по списку. Там первый меня в Дармас называется. Да? Слушай, а ты, может, его не взяла, что ли? А нет, я видел, что у тебя отмечались они тоже, эти монстры. Я говорю, может, ты его не взяла, хотя, с другой стороны, я видел, что они тебя отмечались. А нажми, знаешь, что? Нажми, короче, Эль. И вот там в списке поищи сайт, квест, называющийся Фероситас, Пожиратель снов. Нашла? Нет такого. Блин, походу ты не взяла, видимо. Ну ладно, не беда. Погнали. Справим это дело. Странно. А я еще думаю, что это они у меня так у меня отмечаются. Как же так-то? Да
я уже брала вроде. Вроде все вместе брали квесты. А может, ты не взяла низкоуровневый такой синего цвета? Вон он, кстати. Да, у тебя он не отмечается, ты его не взяла. Блин, ну ладно. Пошли тогда возьмем. У меня нет цели. Поэтому у тебя его и, как бы и нет. Понятно. Ладно, пошли. Отседу вот тогда в кошку. Видишь меня? Да. Сейчас здесь по прямой чуть правее щемись. На дорогу выйдем. Так быстрее будет. Бойся, я правее пошел. Вот где это дерево, да? Догоняй, потому что меня бьют. Другие саблезубы. Я пытаюсь тут, конечно, кругами нарезать, но... Да-да, вот так все правильно. По прямой, да, так, здесь сейчас по прямой, как только дорогу видишь, на нее выходи. Сейчас, приготовься чуть-чуть левее брать, там дорога будет. Пойдем, я покажу, где надо было взять этот квест. Я не знаю, будешь его выполнять, нет? Да, буду. Так, нужно будет тогда вот тебе взять. Странно, мы с тобой как-то быстрее прокачались, там сейчас чувак бегает с 7 уровня. Шустро качаемся, представляешь? Угу. Ништяк. Так, вот я у этого типа брал наверху, который стоит. Посмотри, у тебя может не отображается просто. Что привел? Синенький или желтенький. Он еще так будет таким бледным цветом называться низкий уровень в скобочках. Низкий да. уровень. Нету? Вот, пожиратель снов, да? Да, Ферроситос. Да. Иди с миром. Так, я 13-й левел получил, поскольку это сдал квест. Ну, в общем, надо пидорить туда. Погнали, чё. Ну, и занимайся сам, я это... Да пошли. Пойдем. Погнали. Блин, что-то я не туда. По дороге надо идти, ты не туда пошла. По дороге надо было идти. Вернись назад. Я вон на дороге стою. Мне нужна цель. Да-да-да, сейчас меня увидишь, я стою. Погнали. Такс. Нет, вставай, нет, не туда. Сюда. Такс, такс, такс. По левую часть обойдем, чтобы мистиков напинать. Теперь сюда. Вон они, красавчики, впереди. Начнем с саблезубых. Сначала нужно... А? А что происходит? Ты, наверное, нажала, свернула, скорее всего, игру. Нет, она затупила. Их просто надо убить, а с босса забрать айтем. Мать, ну да, я буду убивать, а то мне не будет засчитывать. Будет, будет. Мы же вместе с тобой играем, поэтому засчитывает. В пати. Единственное, только айтемы, когда собираешь, не засчитывают. Айты засчитают. У меня нет цели. Еще один остался. Вон там как раз босс.
стоит живой. Откатился. Пинаю его со всей дури. Все, шмонай. Все, теперь вот вижу, отмечается квест у тебя. Все, отлично, ты взяла 1-1. Все, пошли сдавать. Прыгай в кошку. А сюда только другие мы пришли. Все, по прямой. Юзай ускорение. Здесь вот чуть правее и по прямой все время. Да, вот так вот идешь. Как дорогу увидишь, тогда дальше вдоль дороги. Вот она. Я Мишка. Маленький неповоротливый Мишка. Тормозни! А ты догоняешь? Сейчас догоню и кушу заданное место. Видишь, какие клыки острые, а? Что потом будешь делать? За какое место? Ну как, за какое догоню? Какой подвернется? А, вот. А ты как думала? Какой попадется? За такое будем кусать. Как же иначе-то? Текс. Все, сдавай ему. Квестяку. До сих пор голый в трусах бегаю. Опа, как я прыгать умею. Сальто-мортальты. Опа. Блин, я сдать не могу. Второй квест. Не верхний, а нижний бери. Вот, видишь, теперь ты тоже... Какой там уровень, я уже забыл. 13-й, молодец. Поздравляю. Что же, Бусь, давай на этом прервемся, давай серию закроем. В следующий мы пойдем дальше пинать местных. И так далее потихонечку, да? Вот, на этом у нас все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока. Пока.